Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик. Даже не обзорчик, а обзор сборок на одного из героев. Я не забросил эту рубрику, просто одного, то Call of Duty, то еще что-то, короче. В общем, сегодня будем с вами говорить про стрелка. Насколько это имбовый герой и до сих пор актуален. Во-первых, его орнитоптеры станят, ну, вводят в кому на одну секунду, наносят урон, они невидимы, они неубиваемы. Герой имеет неплохую атаку, наносит, правда, немного целей, имеет встроенное восстановление энергии, для из-за этого, получается, выпускаются орнитоптеры, а также имеет неплохой деф на максималке, видите, 90% дефа. Вот так вот. Ну, так, что еще с такого интересного? Если я не ошибаюсь, он... Ой, точнее, он на этот... он режет на 100% от хил. Да, то есть это такие основные его показатели. По поводу сборок. Раньше использовали многие стрелка на PvP, и до сих пор, в принципе, многие используют в пачках. Реально очень классный герой, может помочь бороться с Фрейей даже за счет орнитоптеров, которые забирают энергию. В принципе, это самое такое, вот, пятый левел, пятый разброс, разброс пятого левела имеет. Минуса героя: убивается, в принципе, отражалку довольно-таки неплохо. Думаю, все видели восьмые кошмарки, там есть стрелки, их проходят атлантами, чем больше дамага у стрелка, тем быстрее он сдуется. Соответственно, по талантам нету смысла собирать его на дамаг, это не тот герой, который должен много дамажить, это тот герой, который должен дольше жить. То есть варианты для бездоната. Ну, у меня такая вот сборка на нем. Сейчас мы зайдем в таланты. Вот, если брать на сегодня, да, для бездоната, какие варианты есть, это, конечно же, каменка, рвение, плюс новый талант Silent Cover. Я не помню, там тихое укрытие, если я не ошибаюсь, на русском сервере. То есть такие варианты неплохие. Даже Silent Cover будет лучше, чем, например, тот же самый рвение. И тот же самый, та же самая каменка. Дальше, какие есть варианты уже для тех, кто может больше. Я думаю, в принципе, СО это сейчас не проблема даже для бездона. То есть дальше идет у нас СО. В топовых сборках, конечно же, огненка. Почему? Потому что есть зефиры, и на сегодня только единственный талант — это огненка, который дает возможность уменьшить урон от зефира, потому что зефир бьет сквозь броню. Вот так вот. Других вариантов пока, ну, с такого, что у нас есть, я просто расскажу, покажу. Можно также собрать на стойкость, можно собрать на огонь жизни, можно собрать на дар жизни. Тоже неплохие варианты. У меня со стойкостью был, я вам скажу, тоже неплохо. С бастом такое средненькое, потому что нету улучшения дефа и есть атака. Стойкость дает там, если собрать, например, десятку, 230% жизни. Тоже неплохо. Герой имеет встроенное понижение урона, то есть неплохо. Некоторые варианты были с огненкой, тоже собирал, пробовал. Что ему не надо ставить? Воодушевление однозначно нет, исцеление нет. Там можно как вариант еще оживу, если вы там уверены, что у вас есть эмблемы нормальные, как вариант, в принципе, можно. Утекание там и прочее бессмысленно. Пакты, эти сборки, ну, как бы, не имеют смысла. Дальше, для чего еще этот герой используется, по крайней мере, использую я у себя на аккаунте, это для архидемона. Я уже кучу видосов с архидемоном показывал. Раскол, либо же талант смотра, любой из трех. Можно сочетать эмблемами там противоположную талант, ну, эмблему смотра, либо же раскол. То есть такой вариант за счет орнитоптера стрелок реально очень круто помогает на
Архидемоне. У меня стрелок вот даже собран под архидемона. Как видите, у меня седьмой пиромах. То есть максималка. Также у меня здесь собран крит удар, не крит урон. Не путайте, крит удар — это шанс крита, крит урон — это величина крита. То есть если вы хотите, чтобы герой критовал, собираете крит удар. Вот, то есть у меня такая вот сборка. Если собирать героя на PvP, конечно же, этого всего не надо, потому что по нему будут и попадать, а толку от его крита никакого нет. Это чисто для архидемона. Если же вы будете использовать его на PvP локациях, конечно же, SS-ка самый топовый вариант, потому что увеличивает этот хил и деф, либо священный суд. Ой, да, нет, обряд лечения. Тьфу ты, священный суд и обряд лечения, уже запутался. А также можно использовать доспех, тоже увеличенная жизнь, плюс вы можете его использовать на осмотрах, кто туда бегает. Ну а вот пиромах либо кнайт — это чисто для архи, вот этих два варианта. Но лучше, конечно же, пиромах, так как он дальник. Кнайт — это ближнего боя герой, пока добежит, ну мало ли. То есть все равно какая-то потеря времени есть. А по поводу передачи там и прочего, ну, бессмысленно. Герои так, в принципе, с победным тестировали раньше, для там немножко улучшается, если взять на максималке еще плюс 20% дамага, то есть там умножается, ну, оно бессмысленно. Хранитель леса тоже. То есть такие варианты сборки героя, в принципе, самые оптимальные. Что-то выдумывать, там, ставить ему... Ну, бессмысленно, герой, в принципе, универсальный, то есть он может вам помочь как и на PvP локациях, так и на фарм локациях. То есть в основном его берут даже на, ну, на волнах, он вообще бесценный, особенно в самом начале. На подземке тоже можно использовать. То есть у меня, я показывал кучу аккаунтов своих, там, где мы без доната трешуем, и там есть стрелки, нам их раздавали. То есть в акциях, и в принципе этот герой реально решает. На PvP локациях, если стрелок останется и он будет в нормальной топовой сборке, он будет реально тащить. Допустим, по снаряге, допустим, если бы я собирал на PvP, у меня вот такой вот вариант. Плюс я еще бывает ставлю по приколу ракушку. Я ставлю и использую героя в дефе. И иногда на битве гильдии, из-за того, что он относится к зеленой фракции, то есть зеленому смотру, который отхиливает и блочит противников. Также понижение отхила противника. Но опять же, это все снимается, это все относительно. Но самое основное — орнитоптер, это дополнительный дамаг еще помимо этого. То есть плюс герой автопрокер, вот такая вот сборка топовая для дефа. То есть ставите сюда вариант, можно даже живу поставить. Ну, это надо смотреть, как нападают. Если же брать PvP локации, можно вариант попробовать вот такое вот тихое укрытие. Я не помню, у меня там... Так, тут у нас два. Так, попробуем. А, у меня нету, по-моему, камней. Сейчас я гляну, или камни есть. Не, у меня камней нету. Вариант попробовать тихое укрытие. Тоже неплохо, думаю, будет сочетание. Плюс герой будет дополнительно еще и блокировать. Но опять же, если вы хотите по снаряге, то придется ролить здесь уклонение. То есть какие варианты? Либо жизнь, либо уклонение. Крит сопротивления, ну, честно говоря, оно такое бессмысленное. Урон, дамаг этому герою не надо. То есть по максимуму уклона, если наролить, этот герой будет реально очень универсальный. Немножко ему добавить еще от хила, и реально его не смогут убить за счет его скилла. Это своего рода Махатма тоже имеет такой же деф. Ну, только она там работает намного ярче и намного круче. Но стрелок тоже по-своему хороший. Если же такая сборка вот выпустить на PvP локации, ну и сразу разнесут. Вот видите, зефир пробивает с огненкой, ну не видно дамага, там орнитоптеры мешают. Ну, живет намного лучше, нежели я выпущу там кого-то другого. Сейчас Феникс уйдет, посмотрите, как он слетит. Вот. По 171к всекает. Ну, то есть
Дамаг, блин, реально очень большой. Вот. То есть такие вариации. Больше на этого героя пока ничего не придумаешь на сегодня. Все, пишите комменты, ставьте лайки и пишите, какого героя вы хотите увидеть в следующем на обзоре. Всем удачи, всем пока.